Жена Альфреда Хичкока Алма Равиль сыграла значимую роль в карьере режиссера, подкидывала ему часто творческие идеи. Она была также его самым доверенным советчиком, и Альфред Хичкок ценил ее мнение превыше всех остальных. Алма работала сценаристом, руководителем сценария, редактором и помощником режиссера в десятках ранних фильмов Хичкока. Будучи молодым режиссером, Альфред Хичкок, или как он просил актеров называть его Хич, после каждого дубля смотрел на жену и спрашивал, все ли в порядке, прежде чем перейти к следующему кадру. Она была всегда рядом и давала советы по ключевым сценариям, решениям по подбору актеров и монтажу. Помимо прочего, она убедила Хичкока рассмотреть возможность использования ныне знаменитой струнной партитуры для сцены в душе в фильме «Психо».